Ну как, товарищи, начнем, что ли? Народу у нас, правда, сегодня маловато. У нас, правда, еще превалирует недооценка культурного максимума. Лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и формализм в музыке. Мы ее, эту тему, то есть эти самые выступления провернем правильно. Принято. Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один, наш главный консультант и музыкальный критик. Товарищ Единицы. Приветствуем, товарищи, нашего дорогого и любимого великого товарища Единицына! Слава! Слава великому Единицыну! Слава! Слава великому Единицыну! Реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, что являясь по природе реалистами, они не могут, не могут написать музыку реалистическую, а антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут написать музыку формалистическую. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали музыку реалистическую, а антинародные композиторы
Прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Правильно, верно, товарищи, поблагодарим же нашего родного и любимого великого единицына за историческую речь, за его выступление, обогащение и освещение важных вопросов музыкального дела. Спасибо, спасибо за историческую речь. Спасибо, спасибо за отеческую свободу. Следуем затем плану, предоставим слово музыковеду номер два, имеющему к тому же голос и возможность вокализировать. Оставляю слово товарищу Двойкину. Товарищи, своим выступлением имею в виду вносить диссонансы. Которые мы здесь слыхали. Мы, товарищи, требуем от музыки красоты и изящества. Нам это странно, да. Ну, конечно, вам странно это, странным вам это кажется, странным вам это кажется. Да, ну, конечно, вам странно это, странным вам это кажется, странным вам это кажется, будто здесь что-то не так. А между тем это так, я не оговорился. Стоим за красивую, изящную музыку. Музыка не мелодичная, музыка не эстетичная, музыка не гармоничная, музыка не изящная. Это бормашина! Или музыкальная душегубка! Thank you.
возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, гармоничное, мелодичное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое. Кроме того, товарищи, я должен вам сообщить, что в кавказских операх должна быть настоящая лезгинка, должна быть настоящая лезгинка. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Вот подлинно научное выступление. Какой анализ, какая глубина. Все должно быть как у классиков, да. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальный, изящный, стройный. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичный, красивый, звучный. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. 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 Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, сюиты, квинтеты, сюиты, сюитки, сонатки мои, развеселые квартетики, кантатки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя,
мира симфония, поэма косюитка моя. Эх, жилилка, держилка, тишилка моя, расхреновая поэма косюитка моя. Но нужно помнить все равно бдительность, бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Постоянно всюду бди, никому не говори. Бдительность, бдительность, всегда везде, всегда везде. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда и выкорчевывай врага. Смотрите здесь, смотрите там, бдительность, бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии в нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну, а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет, надолго тех будем мы сажать. И в лагеря усиленного режима там, пусть будет страшно всем врагам. Смотрите здесь, смотрите.